Приветствую вас, искатели приключений, с вами Максимилиано Джонс, и сегодня мы с вами продолжаем играть в Baldur's Gate 3. Как вы помните, в предыдущей части мы немножечко раскрыли наших напарников и подходили уже к логову гоблинов. Эта же серия будет посвящена как раз таки ему, так что давайте-ка не будем ждать и приступим к игре. Погнали! Мы с вами в прошлый раз закончили рядом с главной базой гоблинов, и отсюда с вами продолжим. Надо немножечко продвинуться по сюжету, чтобы раскачать наших персонажей. Потому что, когда я начинаю уже заходить в какие-нибудь интересные места, мне довольно-таки тяжеловато. Так что пойдем капельку по сюжету и посмотрим, что у нас будет ожидать дальше. Может, даже гоблины не сразу будут на меня нападать из-за того, что я дроу. Давайте-ка я сохранюсь. Может, они со мной все-таки заговорят? Интеллект, успех? Ну, я понял, что мы их заметили. О, я же говорил. Примитивный сундук. Ну, ладно, туда лезть не будем, это уже воровство. Нам надо идти направо по сюжету. Но я предлагаю, пока мы можем, вот здесь все обыскать. Смотрите, кто это? А, это гоблины, мне показалось, что это тифлинги. Чего вы тут бухаете? Привет, работяги. Можно к вам? Один ушел, что-то меня увидев. Дрочество? Ну, я понял, здесь особо со мной никто говорить не будет. А туда, куда путь интересно ведет? Но я думаю, это выход из лагеря. Горный перевал. Это вообще, наверное, выход с локации даже. Скорее всего, первый. О, холмик. Тут, скорее всего, сокровище. Оу. Overwhelming authority that you've used on others, only infinitely stronger, and turned against you. Your vision clouds, leaving you in a dark, featureless shadowscape. Nothingness in every direction. Then there are three figures before you. An armored male elf, exuding power and command. A handsome younger man with a quick, easy smile. And a pale young woman with even paler eyes. These are my chosen. They speak for me. Aid their search for the prism, and you will be worthy to stand beside them in my presence. Опа, чё? You feel energy pulsing from the artifact, lifting the pain from you, pushing the voice away. My power grows. My forces gather. Ого. А если бы у меня и не было в отряде? Мы бы умерли? Don't give me that look. I don't know what just happened any more than you do. We should keep going. The voice is gone. Muted by this Gith relic. Why does a half-elf carry it? А ну-ка, объяснись. Нет. Это видение, голос, что это было? Та сила, так оно и происходит с теми, против кого мы используем паразита. Дорого стоит.
А ну-ка объяснись, ну отвратительно звучит. Может, это, конечно, проблема локализации? Что это было? I think that was the absolute speaking to us. But we managed to shield ourselves. We should keep moving. Ну и про артефакт спросим. I don't know. Not exactly. All I know is it's important I get it back to Baldur's Gate. At any cost. Это твое испытание. Кстати, да, откуда он у тебя? Because it was our mission to retrieve it. Me and the others. I'm the only one who made it. Раскрыть секреты артефактов. А мне это не за холмик дали, да ведь? Скорее всего, просто, может, по времени или еще что-нибудь. Гнилой помидор, бутылка с жиром. Угу. Не зря откопал. Это что-то тут караулит, ходит. Ну, разговаривать они со мной не особо хотят. Хотя, давайте шершни попробуем. And the null gnawed her arm clean off. So much for the flaming fist, eh? А я, по-моему, читал про огненных кулаков. Это особые стражники, по-моему, из Балдора. You ain't here. We sacked Joaquin's rest and left it to burn. Drow flinging magic, Noel snapping off heads. Drow? Inn's nothing but a pile of ash by now. Glorious. Bunch of prisoners got told to moonrise. City snobs mostly. But the flaming fist, pile of smoking corpses. На то они и огненные. Знаешь, как попасть в лунные башни? I figured a drow would know the broken road. Oui. Take the north path. It winds you around sure as sunshine till you reach the Taz. Ладно, я, пожалуй, пойду. И где еще один? Tribe? Наше племя. Tribe. Ладно. Ну, посмеялись и хватит. Надо идти вперед. Кубик мы перебрасывать, конечно же, не будем, но от боя, я думаю, мы перезагрузимся, если что. Здесь, кстати, есть потайной ход. Но мы с вами, как дроу, можем зайти через основные ворота. Я думаю, никто не обидится. Единственное, сейчас драка, скорее всего, будет, потому что я скажу, что я не с вами, ребят. Ха! Бедный Бар. Fragulous crown and with scepter abraid, draw Regslin, short work of the innkeeper made. А это тот, который к ним отправился. Burnt to ash. Из второй части. Captives were many. Видел. Goblet kind had reduced them to cowering filfenny. So raise it your goblets and drain them with pride. Draw Regslin, the true soul. Слушайте его очень внимательно. Что это за язык вообще? Браво! Бу, а ну слазь. Ну, давайте послушаем. I'm busy here. You lying. To you? Never. А он себе жену нашел. Let's continue our ballad. Draw Regslin. Draw Regslin. Че ты лыбишься? Draw Regslin. Tumptuous. Draw Regslin. You broke him! Wait! Wait! Draw Regslin! We pay! We... Come on, pigeon! Back to your cage! Now, look what you've done! Да я тебя еще спасу, не переживай. Of course. Знаете, все мечтают о кошке жене, а чуваку попала гоблин-жена.
С ним поговорить нельзя. Давайте посмотрим, куда она приведет его. Эти с именами. Ага, вовнутрь. Но меня пока туда не пустят. Хорошо. Ищейка так. Ну, у них у всех есть имена. Че, бухаете? Дару, я лучше выпью драучего яду. Похоже на помой, бесплатное бухло откуда. Надо, кстати, играть роль. Я тут согласен. Будем играть дроу до конца. Hey, can I see your brand? Опа. The priestess gave me one. I think she did it wrong. Жрица, лечить она умеет. Seen a calf more folk than she's cured. Still, she's a chosen of the absolute now. Hold on. I was asking you something, wasn't I? Уйти, пожав плечами. Давайте не будем рисковать. Hey, hey! You ain't rounding me up for no raid. No way. I'm drinking. Ты всегда видишь себя так дерзко. Sorry, your lordship. Didn't mean nothing by it. I'm here to serve. Блин, знаете, я, конечно, скажу, наверное, отвратительную вещь. Но мне кажется, что эти гоблины не такие уж и страшные. Не знаю, женские персонажи не отталкивают. В какой-то мере они даже симпатичные. Глаза, например. Я понял, тут толпа алкашей. О, они этого медвесыча поймали, что ли? You look like a tough one, but have you got smarts, skills, guts? С яйцами отлично. Короче, некуда. Давай ближе к делу, или только языком болтать гораздо. Короче, некуда, отвечу. And you're gonna need it, mate. This ain't your standard dungeon dive, right? This is chicken chasing. Во-первых, скажем прямо, это не курица, а медвесыч. А, это его гоблины тыкнули чем-то, мы нашли осколок, я помню. И, видимо, украли одного детеныша, поэтому он и злой и был. Only the greatest game since eggs sprouted legs, mate. You just gotta chase the chicken round the course and through the posts. But that ain't all. Gotta do it quick and alone. Any of your mates step in, you lose. Time runs out, you lose. Sound easy? It ain't. Better contenders than you have been bested by the bird. Чё-то я не понял. Звучит занятно, я в деле. Это жестоко, не желаю участвовать в таких забавах. Ну, кстати, да. No skin off my ass. Just remember, не, я не буду заниматься, издеваться над детенышем. Я думаю, в конце концов мы их всех перебьем и детеныша спасем. Ты как? Я твою мать убил. Плохое начало, да? Наверное. У меня дрессировка есть. Уши до ухарт. А, не, нормально.
notice a shiver run through his feathered coat. Fear, a desperate longing for the safety of his nest. But his mother is gone, taken. All that's left are these creatures. О! Тоже в лагерь отправим. The cub tilts his head. He's considering it. The cub seems anxious to leave, but afraid to defy the goblins. They have to be dealt with one way or the other. Окей, ладно. Ну я и говорил, надо будет их убить в конце концов, спасти его. Я не буду издеваться над бедным медведцычем. Кто у нас здесь есть еще? О, торгаш. Это нам надо, я давно хотел все продать. Ну, показывай. Ладно, ребят, я, наверное... А, хотя погодите. Давайте-ка вместе посмотрим, что здесь есть. Максимальная дальность прыжка увеличена. Средняя броня. А денег у меня много, кстати. Ну, сейчас давайте я все сам раскидаю, попродаю и покажу вам, что купил. Ну что ж, у него деньги заканчиваются, надо что-то купить. Я хочу башмаки эти взять в любом случае. Доспех тоже возьму, все, что синее. Когда владелец стоит на определенной поверхности и произносит заклинание, наносящее урон, цель также страдает от эффекта этой поверхности. Это на самом деле очень классный навык, но единственное, у меня у мага разговор с нежитью. Но можем до сохранения оставить. Вы получаете умение обращаться с длинным коротким луком. Блин, ну все шикарно. Двуручный меч можно было бы купить. Тут все отлично, кстати, подходит. А что самое дорогое-то? Доспех. Ну, у меня хватит денег. В принципе, я мог бы их убить и забрать все, но я думаю, мы потом их убьем и все заберем, а пока нам будет так легче воевать. И давайте за нее еще все продам. А я, если прям все наберу, даже не знаю. 6-16, нам все-то и не надо, по сути. Двуручник один большой надо. 5-14, 6-16. А в чем его особенность? Ни в чем? Дочарование оружия. Возвращается к владельцу после броска. Тогда вот это возьмем лучше вместо этого. Но вот это тоже прикольное. Дубина, это тоже двуручная. Это нам не надо. Вот это, скорее всего, одноручная. Давайте обменять. Ой. Так. И кто у нас вот этот еще боец? Ты можешь обращаться? Нет умения, окей. Хорошо, у тебя есть умение? Нет умения. Все, тогда нам больше ничего и не надо. Спасибо. И я рад знакомству. Так, отсортируем. Здесь мы за него ничего не купили. Потом разберемся. Ты берешь вот это. Это придержим, пусть лежит. Когда вы исцеляете существо, это надо Shadow Heart отдать. И это тоже Shadow Heart. Она у нас исцелитель. У тебя что? Ну, это я себе бы перекинул. Средняя броня. Этот Shadow Heart. Максимальная дальность прыжка могу себе взять. А с луком ему оставлю. Доспех тоже оставим пока что. И что еще было? Все, я больше ничего не перекидывал разве?
только себе, видимо. Ботинки. Разговор с мертвыми. Школу некромантии это оставим. И будем переодевать моментами, если понадобится по сюжету. Ну и все, готово. У меня, конечно, все равно здесь адский перевес. Можно, кстати, и припасы перекинуть. Это донатные, блин, надо было их убрать куда-нибудь. Это издвиньте предметы, они нам не нужны. Ладно, все. Теперь мы мощные должны быть. Посмотрим, что у нас здесь. О, меточка, это нам надо. Нам засчиталось? Засчиталось. Ну, а здесь что происходит? А я, блин, не могу залутать, красным горит. Потом его залутаем как-нибудь. Но я догадываюсь, возможно, в нем этот мертвый искатель сокровищ, да. Еще один. Их нельзя лутать, но я говорю, мы их чуточку позже всех убиваем 100%. Ладно. Ну, вроде все более-менее интересные персонажи найдены. Вот сюда еще может сходить. А, здесь испытание, окей. Ну все, погнали в главный зал тогда. Сейчас сохранюсь еще. Нас явно здесь встречают как-то неудачно. Пустишь? Понимаю, но мне надо. Сейчас жопа будет всем нам. Привет. Ты не узнал? Я... обнаружение мысли давайте. Запугивание. Нет, это не будем применять. Еще дроу можно. У меня встреча с тем, кто у вас главный. She's an uppity one and no mistake, but she knows her business. She's in telling the war chiefs what's what. Next raid's gonna be a big one, I hear. Bloody racket. Еще успеем их всех перебить, не переживайте. As if mingling with a horde of goblins wasn't bad enough. Let's do what we have to do, then get out of here. Не самое привычное место для тебя, да? Quite the understatement, but yes. Let's not linger in this place any more than necessary. Хорошо, договорились. Нам бы еще друида взять, но он в лунных башнях. Ох, как страшно, сейчас что-то будет. Или мы еще не пришли? Привет. Ты чё? If you ain't got the guts to get branded, clear off. Не волнуйся, скоро у меня будет метка. Priestess will sort you out. Only thing she likes more than praying is burning folk. Хм. О, верная кишка. Опасно. Now here's somebody special. The Absolute has touched you, hasn't she? Priestess Gut needs to touch you too. Hold out your arm so I can mark your flesh. А зачем мне клеймо? Let the faithful recognize one another quick sharp. That way nobody'll mess with you.
and it's charged with magic. Быдлу. Ordinary slobs can't see it. Only us that follow the absolute. You ready? Brace yourself. This'll sting. Что-то мне расхотелось. Maybe you don't need it. After all, you're special, ain't ya? Like me. She probes your mind, tangling your thoughts with hers. A familiar sensation. She too carries a power. Darkness seems to swallow the temple, leaving you with a vision of the goblin priestess receiving instruction from a handsome young man, one of the chosen. The vision dissolves away. You stand before the goblin priestess in the temple once again. Может еще проникнуть глубже? Her faith floods into you, a tide of shuddering ecstasy. Her tadpole nestles within that mania, secure, hidden. I feel you in there, digging around. А что нельзя? Both ways, and I saw some weird shadows swimming around in your head just now. Maybe I can help with that. Us true souls gotta look out for one another. Хм. Можем поговорить наедине, это дело тайное. Of course. Don't want this rabble interfering with true soul business. Let's go to my chapel. Пойдем, если что, ее там и убьем. Верная кишка, погоди меня. Мы здесь ее сможем, если что, тихонечко убить. Так, ребят, работяги, заходите, дверь закрываем. Дверь закрываем. Все. Ой, come here. I ain't waiting around. А ей? Ready to clear your head. Что именно ты будешь делать? Whatever the absolute tells me to. Don't worry, she loves you. I can tell. А что она хочет сделать-то? Давайте. Don't want a crowd of gawpers. Everybody else needs to leave. Hmm. On I go. Goblin. Wits and blades always sharp. Засчитается, если я сюда отойду. И спрячусь. Indolence breeds madness. Without delay. Into the shadows. Keep your distance, darling. That's curious. Да, он нашел какой-то. Засчитается? Ready to clear your head. Smart. All you need to do is open yourself to the absolute, and I'll do the rest. Psionic feelers creep across your mind, like a pickpocket's fingers seeking flaws in fabric. Хм, я закрою свой разум от чужого вмешательства. It's all slippery in there. What are you hiding? Давайте вот это сделаем. Как тебя подселили паразита? An image of the mind flayer reaches out to her from your memories. Help! We need to fish that thing out before it eats any important parts of your brain. Хм. У тебя в башке тоже сидит такая штука, знаешь ли? No. It's messing with your brain. You're seeing things, probably hearing voices too, yeah? А ты сможешь ее вытащить? Don't you worry. I've got everything I need to fix you. Might get a bit messy though. Что именно ты собираешься делать? It involves you putting your trust in the absolute. Simple. Ну, ладно, я к этому готов. You won't regret this. Being a true soul,
You know the Absolute don't like to touch nothing unclean. So drink this. It'll purify ya. Дроу, выпить зелье. Магия провалена, кстати. Что удивительно. Это яд был. Это был яд, она меня отравила. Ладно, переигрывать тогда не будем. Роднулечка. Привет. Привет. Ты что, думаешь, совсем дурак? Сейчас мы тебе аккуратненько порежем крылышки. Отравить меня хотела. Хорошо, что я дроу. Помеха. Блин, мои же ребята мне мешают. Есть к чему-нибудь защита? Нет, ни к чему. Можно стукнуть, конечно, ее разочек. И, не, всплеск кислоты мы не сделаем в любом случае. В ловушке ее с четырех сторон окружили. Ау, вот это было больно. Никто тебя не слышал. Никто тебя не слышал, я надеюсь. Факт, но это переигрываем, это бой все-таки. Надо ее за один ход убить. Так, все, у меня инициатива 4 в этот раз. Предыдущая попытка была неудачной. Теперь я знаю, что я могу нанести ей удар из-под тишка. Так, теперь за нее. Так, и теперь за Shadowheart. Не, не выстрел, удар, удар. Готово. И меня не спалили. Ого, сколько у нее тут всего. Владелец, имеющий клеймо Абсолют, имеет преимущество при испытании против смерти. Но у меня нет клейма. А, это все бесполезно для меня. Образец элитического паразита у нее уже было, она знает об этом. Ключ жрицы. Давайте-ка еще посмотрим, что мы с вами подобрали. Какая-то записка была. Тот долбодятел, ну, друид, который мялся тут вокруг, чтобы что-то вынюхать, это не просто тебе какой-то грабитель могил, искатель хабара. Зовет себя Хальсин. Сам урод и имя уродское. Я с ним перекинулась пара слов, пока бичеватели его в загон не уволокли. Говорит, что как по-евойному... Внутри нас что-то сгнило, внутри меня. Треплется, что поможет нам убрать гниль. Я ему сказал, что нахрен нам скаталась такая маза. И раньше не надо было, а уж подавно сейчас, когда нас Абсолют приметила. Сказал ему, в его нутре скоро будет что-то гнилое. Это к бабке не ходи, внизу в клетке полно гнилого мяса. И когда мы ему кишки выпустим, я прослежу, чтобы он не сдох, пока черви гнездо не заведут. Понятно. Ладно, давайте сохранимся. Даже по-крупному. Здесь еще должен быть где-то сундук какой-то. Может, это ключ от этой двери? Ребят, вернитесь-ка. Пойдемте посмотрим, что у нас здесь. You were seen stealing. Resolving this peacefully will require more caution than you displayed in getting caught.
Это было случайно. Вернуть украденное. You've won leniency, but lost your ill-gotten gains. Простите, я не заметил. You've set foot in a restricted area. A swift exit may be in order. 2000 заплатить. Ну, я пошел. Окей, она здесь не пропустит, ну... А сюда я могу зайти? А, я понял, она сторожит друида там, скорее всего. Или нет? Нет. Так, здесь только эта штука одна. Может, здесь тоже враги есть? Давайте я сохранюсь и попробую напасть. А если прибегут еще одни, тогда мы пропустим этот момент и как-нибудь по-другому сделаем. Вроде больше никого нет, окей. Не пока, отойду. Ты можешь метнуть же копье. Дистанционная атака или нет? По-моему, можешь. Предметы. Нет, стрела. Ну, давай выстрелим тогда. Ну и будем подходить потихонечку за нее. Пусть на нее отвлекается. А ты сможешь нанести? Сможет. Отойти он уже не может. А ты можешь подойти, да? Отлично. Единственное заклинание нет, тогда просто ударь. Один восемь, у нее 15. Готов. Ой-ой-ой-ой, тихо. Получить способность понимать зверей и общаться с ними. Что-то нормальное получил. Кислотная стрела, сумка с припасами. Окей, что она здесь сохраняла? Обычный яд. Кошель. Ключ от висячего замка. Школа воплощения, туманный шаг. Ну, туманный шаг, это, наверное, ему. В помощи и другим есть радость, которую я так и не смогли познать. У меня самих... Что? У меня самих нет способности к управлению плетением напрямую. Это рецепты. О, открылись рецепты. Давайте подберем. Пусть будет. Обычный яд заберем. Это, по-моему, у нас есть уже книжка. Давайте ее прочитаем и сразу заберем. Труп животного на кровать. Денюжки. От висячего замка. От какого, интересно? Давайте сохранимся. Посмотрим, что нас здесь дальше ждет. Ого. Каменная расщелина. Я точно не пролезу, а кто пролезет? У нас есть какой-нибудь друид? Изменение облика. Могу ли я превратиться... Да. Я хочу превратиться... Сильная... Сильная женщина, тифлинг. Полурослика.
Ну, женщина, полурост, какая разница? Что это за место? Разбитое святилище, здесь куча бочек. Тяжелый сундук, кстати, какой-то. У меня от него ключа нет. Заперто. Ну и здесь заперто. Ладно, нам здесь... Я понял, нам нужен сундук. Мы сейчас отправим другого человека все это делать. А можно как-то убрать изменение облика? Наверное, вот так. А почему оно применилось-то? Я только на себя могу применить. Ну ладно, что у меня по свиткам? Ну я могу... Я маску убрать не буду использовать. Я понимаю, что с ней легче и проще, но это из Divinity, скорее всего. Это просто подарок за что-то. Дай-ка мне воровские инструменты. Я попробую сам. Аж 18 здесь надо. Давайте еще разочек. Ну, мне вряд ли повезет. 14, надо хотя бы 16 выбить. Какое-то издевательство. Не, я не могу вскрыть за этого персонажа. Ладно, давайте просто загружусь тогда. В будущем когда-нибудь вскроем его. А что у нас тогда здесь? Каменный диск какой-то. Я, кстати, видел в спальне у нее что-то было подобное. Ой-ой-ой, стой. У всех провал прям? Внимание, провал, да ш... Я такой невнимательный. О, рычаг нашли. Вскрыть рычаг. Воровские инструменты я не перекидывал, да. Я же перезагрузился, но у меня, оказывается, еще были с собой. Ну, вскрой рычаг. Ну, это только мне так везет. Я не знаю, может отдохнуть надо или еще что-то. Бонусы типа не учитываются? Нет, учитываются. Это какое-то издевательство. Что не так со мной? Да-да, это не может быть. Слушайте, надо в лагерь, наверное, я не знаю, либо короткий привал. Давайте попробую, ладно, сохранюсь. Сделаю короткий привал. Я не знаю, персонажи устали или что. Ну, видимо, да. What to do?
А эти штуки можно двигать? Да, понял. Ну, тогда просто по старинке откроем. Сначала все залутаем, серебряные тарелки. Я думаю, они хоть что-то стоят, да. Ну, я догадываюсь, я тут должен был головоломку решить, либо найти рычаг просто. Ну, видимо, да, персонажи устают и бонусы пропадают. Разговор с животными у меня, кстати, остался. Вот мне его очень не хватало, когда я медведя Сыча нашел. Журнал почтовых отправлений. Это журнал помечен как опорный материал для храмового архива. Ярус, хватит глупостей, у нас тут новый храм, поселенцы нуждаются в пастыре, а ты засел в темноте с бумагой и пером. Мы же жрецы Силуне, веди себя соответственно. Морна, госпожа освещает путь. Что такое это подземье? Как не дорога, коей не коснулась еще путеводный свет. Приходи сюда, мы можем поговорить о теологии в новой часовне. Какая еще новая часовня? Эти материалы были предназначены для самого храма, а не для твоего развлечения, там, где госпожа наша не светит. И что я теперь скажу у церковного начальства, а? Чтобы собирались в дорогу, поглядеть на чудеса подземья. Здесь такие залы, перед которыми даже внутренний собор выглядит лисьей норой. Строители уже почти закончили, так что пора двигаться глубже. Довольно посвященные, с подземья не шутят. А с тобой, послушники, они серебряные звезды, возвращайся немедленно. Посвященные, прекрати отмалчиваться, я точно знаю. Компонентов для послания у тебя более чем хватает, ответь. Ярус, ответь. Мы укрепили, что могли, но обереги долго не продержатся. Запечатай туннель и не пытайся нас выручить, ты была права, это место принадлежит им. Ярус, держись, чтобы там не было, я отправляю подкрепление, только держись. Нет, хватит смертей. Приказал послушникам обрушить туннель, ты бы ими гордилась, прости меня, мы всего лишь хотели нести в мир ее свет. Ярус, выше посвященный серебряной госпоже. Уровень мне дали за это. Точнее, дали Shadow Heart. Возможно, у нее будет вдохновение, хотя нет, вроде не похоже. То есть это путь в подземье. Давайте сохранюсь по-большому. А надо ли нам туда вообще спускаться? Ну раз уж мы здесь. You've only just come to tolerate sun, and you're already nostalgic. If you're going to complain the whole way, by all means, return topside. Юкачи. Ну, здесь нет квестов. Можем вернуться назад. Но мне даже интересно, что это за место. Найти песню ночи. А, я нашел и без карты тайник. А кто хотел? Никто не хотел, да? Это просто дополнительный квест был. Ничего себе. Ну, давайте посмотрим, что у нас здесь. Раз уж мы пришли. Случайно. Есть заперто, но ты можешь скрыть, кстати, надо уровень вкачать. Что-то я не подумал даже. Уровень мы вкачиваем в лесу. Фокусы. А чтение мыслей же было как дополнительное. Давайте возьмем преимущество дружба. Заклинания новые появились, надо брать второго уровня, но что-нибудь поинтересней. Нужно ли мне это сейчас? Слепнут. Усиление характеристик неплохое. Увеличение уменьшения. О! Вот это я возьму. Знаете зачем? Чтобы мы сундук открыли с помощью вора.
Сколько всего у меня открылось-то? Актер бдительный. Атлет. Адепт стихии. Счастливчик. Маг-убийца. Посвященный в магию. Это мультиклассовость. А нужна ли она мне сейчас? Так я и так колдун, что за бред? Я чародей, извиняюсь. Что-то у меня крыша едет, я чародей. Ритуальный заклинатель. Боевой заклинатель. Слушайте, я даже вообще не знаю, что выбрать. Ну, в жреца я не вижу смысла, в друида тоже, волшебника нет. Хотя волшебника можно, чтобы какие-нибудь новенькие прикольные заклинания. Мудрость, харизма. Ну, это понятно, чародей, колдун. Интеллект мне не подходит, у меня маленький интеллект. Хотя не маленький, 12. Но у меня харизма 17, выносливость 15. Ну, это интересно, но нет, я не буду на себя тратить впустую. А что у меня с волосами? Почему у меня длинные волосы? Я вообще не знаю, что выбрать. Сейчас я немножко потуплю, тогда здесь посижу. Я посмотрел, есть ритуальный заклинатель. Мы можем выучить два заклинания. Смотрите, есть разговор с мертвыми и разговор с животными. Я, наверное, оба их возьму. Фамильяры мы не будем призывать. Пусть будет так. Тогда мне и этот не нужен. Амулет. Ну и с животными, чтобы навсегда была у меня эта пассивка. Фокусы. Может взять... Не, ладно, свет есть у кого-то из моих. Это мне не подходит. Оберег это оружие. Ну ладно, пусть будет. Ох, почему я должен это выбирать? Ну, здесь все одно и то же, что и у предыдущих. Ладно, будем думать. Слушайте, мне вообще ничего не нравится, если честно. Ну, давайте я стражи возьму. А живучего дам арчихи тогда. Ну да, пусть она меня защищает тогда. Не только это и можно выбрать. Но здесь все то же самое, абсолютно то же самое. Ну тогда, как я и говорил, я дам... Что здесь было? Живучий. Пусть у нее будет просто максимум здоровья. А тебе бдительность дадим. Это, по-моему, что-то с подземельями было связано. Заклинание, цветные брызги, изменение облика. Он мог изменить. Ослепить. Ну, слушайте, я уже взял... Или, подождите, да-да-да, я взял на мага заклинание.
Давайте тогда их возьмем. А здесь я хотел взять исследователь подземелий. Ну все, готово. А что такое плюс 3, страж? Она хочет со мной поболтать или что? Нет. Давайте сохранимся, а ты тогда вскрывай дверь. Давай добавим преимущество наставления еще. Тут 20 все-таки. Ну, капельку не хватило, еще разочек. Блин, повторный бросок, не, не хочу. Это прям издевательство, слушайте. Надо будет искать воровские инструменты где-то. Может, есть у этих? Нет, ну ладно, тогда не будем вскрывать эту дверь. А что там вообще лежит? А, там сундук, а он тоже, кстати, заперт. Либо перезагрузимся просто. Хотя, по сути, это кубики, а я их не перекидываю. С другой стороны, это просто дверь. Так, 25, окей. О, ну, другое дело. Шлем избиения. Накладывает на противника состояние любой разновидности заклинания кары. Вы также получаете временный ОЗ в количестве, равном вашему модификатору харизмы. Плюс выносливость. Нет умения средняя броня. Ну, я знаю, кому это отдать. Shadow Heart. О, другое дело. Сколько отмычек осталось? Две, да? Да. Ладно, пойдет. Давайте спускаться дальше. Надеюсь, больше ничего запертого мы не найдем. Ого, сколько тут всего. Так, давай-ка ты подбираешь все. У меня, кстати, я вспомнил, кое-что лежало в инвентаре. Сапоги, по-моему. Шлем, средняя броня, ну, понятно. А я могу, да, носить среднюю, наверное? За нее. Где это можно посмотреть? Одобрение средней, ничего себе. Высокое. Нейтральное, блин, от него надо избавляться. Такое ощущение, что у меня где-то были сапоги какие-то. Ну ладно, шлем ты можешь, наверное, накинуть. Штрафа нет, не пишется. Ну да... Конечно, скоро от меня это откажется. Астарион. Здесь рычаг. Смотрите, мы в подземье. Пасти вола. Я даже не знаю, стоит ли сейчас идти в подземье. Большое, наверное. И много врагов. Давайте в будущем сюда отправимся, наверное. Признаки жизни вблизи ванпоста. Разумный. Явно пытающийся спрятаться. По-прежнему не могу обнаружить таинственных визитеров. Они умеют скрываться, возможно, это дроу. Увел их на юг. Там, по слухам, видели наблюдателя. Пусть подземье само разбирается со своими проблемами. Ничего. Ничего. Минти видел на юге статуи, похожие на дроу. Не похоже на наблюдателей, в любом случае у нас одной проблемы меньше. Давайте тоже его заберем. Это то же самое?
В дополнение. Ничего подобного. Нужно было обратить больше внимания на появление Дроу. Нужно было понимать, что это всего лишь прелюдия. Глупо было думать, что мы их перехитрили. Это моя последняя запись. Отныне записи будет вести Минти. Тоже подберем. Где еще путь наверх? Ну, давайте посмотрим. Что это за враги? Минотавр. Он что-то идет ко мне. Угу, тут защита. Насколько это большая локация может быть? Но она прям огромная, я отсюда вижу. Не, давайте в будущем сюда придем. Отдельно. Мы сейчас выполняем другие задания абсолютно. Мы всегда можем по телепорту сюда переместиться. О. Ну, я догадываюсь, откуда этот ключ. Так, давайте-ка я сохранюсь. Мы перекинули, да, его или нет? Да, перекинули. Что у нас здесь? Вокруг царит тьма, но свет владычицы сияет над нами. Когда дроу почти что прорвались, Ярус собрал последних посвященных и повел их в атаку. На мгновение пещера озрела сиянием самой Силуне. Я бы с радостью отправилась с ними, несмотря на раны, но Ярус приказал мне остаться и держать ворота до своего возвращения. Кроме того, я должна вести записи, оставлю чуть ниже место для описания его победы. Прошло уже много дней или часов с того момента, как мы обрушили туннель. Они должны были вернуться после битвы, и я не могу откопать его сам. Мои глаза никак не привыкнут к этой тьме, но я слышу, как они обыскивают мертвых. Прости меня, я еще не выучил погребальные обряды, но буду держать ворота, я обещаю. Простите. Не получилось. Да, ключ, кстати, от той двери. Все, в следующий раз я сначала все изучу, а потом уже буду хоть что-то вскрывать. Здесь еще можно выйти. Окаменевший дроу. Окаменевший дроу. Рюкзак. Не, ну локация, конечно, интересная, огромная, но все-таки давайте в следующий раз сюда вернемся. О, я же освоил новый навык. Может, я смогу поговорить? С детенышем Медвесыча. Понял. Не зря. Ребят, вы ж не в курсе, да, что я убил вашу верховную жрицу? Надеюсь, что нет. Никто, наверное, даже не обратил внимания, что ее нет. А я вообще пришел из другого места. Ладно, идемте дальше по сюжету тогда. Боевой барабан. Или сначала все изучим. Наверху мы здесь уже были, хотя вот здесь какие-то люди есть. Хочу посмотреть, кто это. The jingle of coin I hear? You've timed it well, my friend. Мальчик, ты чё? Already turned quite the profit today. So I'm feeling generous. Твоя проблема. Мне уже приходилось её видеть в подземье. Aye, so you have. It's one place the Zentarim can trade openly, thank the gods. Folk up here like to quiver over right and wrong. Until the coin starts clinking anyway. It's just business. If there was money in being good, the Zentarim would be pure as paladins. Ничего не понял, но очень интересно. Что может связывать Зентарим с гоблинами? You're joking? Goblins sell the best prisoners. Cheap, quiet,
and eager to be elsewhere. Till this crowd converted and started sending their captives to Moonrise Towers, at least. No complaints, mate. I just sold enough smoke powder to cover the loss 10 times over. Ты покупаешь рабов, а не пленников. Oh, dry your eyes, Illmater. It's me or a goblin cookpot. I know which I'd choose. Now, much obliged for the chat, but I'm here to trade. Ну, покажи. Ууу. А денежек-то больше и нет. У меня. Ох-хо-хо-хо, сколько тут добра, однако. Ну, может, я смогу ее убить и все забрать? Обязательно. Так, кто здесь еще у нас? Да мне просто интересно было. Простите. Ладно, пойдем к часовне. Я, кстати, забыл, что надо еще в яму сползать за вора, чем мы и займемся. А, это оно и есть, это место, я понял. Давайте уменьшим его. Иди туда, братик. Скрой-ка мне парочку сундучков. Ну, другое дело. Что у нас здесь? 261 золото. Все. Я ради этого здесь был. Бочки можно взорвать, конечно. Спирт. Ну, я не знаю, что-то можно будет придумать в будущем, наверное. Но не сегодня. Ну, теперь возвращаемся в основной зал. Только этого увеличим. Ребят, выходим. Я дверь закрою, пожалуй. Чтоб никто не узнал, что я убил кое-кого. И давайте на ту сторону сходим. О, пленника нашел кого-то. Лиэм. Братик, ты как здесь? Poor lad. I could give you peace, you know. But no. You gotta keep silent, don't you? Where do they flee to, you stubborn rat? Please, stop! Привет. Oh, a drow. I didn't see you there. Please, if you want to have a try. Hmm. О чем вы его пытаете? The git snuck in here with his mates, looking for some forgotten thing. Said they ran to some kind of grove. He doesn't want to tell us where it is, but he can't resist forever. Of course, now that you're here, we'll gladly let you take over. Так. Давайте уйдем. Я сохранюсь. Я скажу, что я сам его попытаю. Oh, you're back. Oh, of course. There's weapons in the fire if you want them. We'll leave you to it. Давай, 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 иди. Come, Grush. Let's go. I don't think I got the stomach for this. Watch that weird priest next door. Ну что, Лиэм? Please, please. Let me out. There's no reason for this. А если я злой дроу? Ну, я знаю, где песнь ночи. Somewhere underneath the temple. Да, это я уже знаю. There's a hidden passage. Brian had instructions, but the goblins got him. They
they said they'd eat him. Please, please, these shackles. I don't want to die. Еще один вопрос, что случилось с друидом? Helsin, I don't know. He changed into a bear, but I lost sight of him. I don't know. Вообще-то надо было его снять, наверное. That's all I know. Please, thank you. Thank you so much. Так, ловкость рук нам нужна. Иди, ловкач. No, no. Please, don't hurt me. You are? I need to get out of here. Ну тут семерочка. Мне прям единица должна была выпасть, чтобы я провалил. The lock clicks and opens. Теперь я переключиться не могу, наверное. Thank you. I better go. Before they catch us, I should be able to make it to the grove on my own. They need to know they're in danger. А вот да, теперь я мог это все обсудить с ним. The grove to the east. They wanted to know where we came from. Окей, окей, окей. No, they'll kill everyone. Please. I don't know. The boss didn't say. He just said some wizard called Laroakan would reward us if we found it. That's all. Ладно, все, Вали, все остальное я у тебя спросил. Не попадись только, дурачок. Ладно, понял. Ничего себе. А здесь у нас что? Абдирак? Кто это? Что это? Привет. Greetings, child. I've met few aside from goblins here. You recognize the scourge. This man is a follower of Leviatar, goddess of pain. Ah, are you also here to assist with the prisoner? Please, the things they do to that man, so crude and primitive. I was invited to teach them. I live for pain and its intricacies, you see. But, alas, pain without purpose is a terrible thing. Wouldn't you agree? Я думал, что служитель Левиатар должен одобрять боль. You know the Maiden of Pain. How refreshing. But there is more to us than that. Yes, we worship her through pain, often our own, but it is an intimate and loving thing, one we offer up. If you would permit it, не. I can show you firsthand. Только если на себе. И то не, фу, я не фанат. I'm sure you're in need of a little penance. Мне неинтересно. Pain is pain, dear one. It is above good and evil. But very well. You are clearly too closed-minded for the ways of Leviatar. Now, if you'll excuse me, I should return to my own worship. Да ну ты и конченый. Дружочек, пошел-ка ты в жопу, получается. Не-не-не, они даже не в курсе, что он сбежал уже. О, Вола.
bothering my pigeon. He's mine. А если я хочу себе? Так, и что ты собираешься делать с этим голубком? Keep him safe. Listen to him coo. Till I get hungry or some such. What's it to ya? Хочу голубка этого. Твой голубок на самом деле очень известный писатель. Him? Nah. Я тоже хочу все такого. Then catch one on your own. А я хочу этого. As the symbol glows, power courses through you. Authority. Никаких элитидов. Обнаружение мыслей. Всего девяточка. Еще добавлю бонус. Нет, давайте. Ну, у меня единицы падают. Перекину, если что. This Rengar better not go yapping about my pigeon. I should have turned him over to Mindora by now, but he's such a nice little pigeon. Утаиваешь пленника? Минтара не обрадуется, если узнает. Минтара don't give a cake what you think. Bah, just take him if you care so much. See if he'll sing for the likes of you, though. Nutty think. Here's the key. Pigeon's all yours. Спасибо. Ну шо, Вола? Ты дурачок, конечно. Зачем ты шел к гоблинам? Look at this. I'm quite saved. A joy to see a familiar face in such a precarious setting. I guarantee the story of your daring rescue of my person will live on for eons. Можете оставить здесь. Иди просто отсюда. I intend to do just that. A trusty invisibility potion goes a long way in a place like this. We mustn't tarry, but I hate for our friendship to end here. Please, won't you meet me once we've both slipped the goblin yoke? Ты попал в клетку. Why, by design, my friend. How better to learn the ways of a people than to live among them? I dare say the experiment has proven most fruitful too. I'll be happy to share my findings once we've found somewhere safe to party. Okay. An invisibility potion. Я все это время был зелье невидимости. A bit less refined than your mendacious methods, but by God, it'll do the trick. Ладно, иди в мой лагерь. Smashing! Soon, my friend. Soon we can share the flagon of something liquid and a tale of daring do. I'll slip away when the coast is clear. See you soon, my friend. I simply can't wait to pick your brain. Прикиньте, сейчас не исчезнет или умрет. Не, получилось. Капуста батат. Ладно, иди. Может, про меня книжку какую-нибудь напишет интересную. Это что такое? А что так много текста? А, это Вол, это его записка. Мой дорогой Эльминстер, обстоятельства вынуждают меня быть немногословным, поскольку с недавнего времени я являюсь почетным гостем свора буйных гоблинов почетным. Угу. Разумеется, для такого заядлого любителя опасности и прочих приключений, как и я, это не просто норма, но самый источник вдохновения, так что все идет просто отлично. Как тебе, конечно же, известно, боги наделили твоего скромного... Господи, это невозможно читать. Но он тут выдумывает просто. Господи, даже не... Ну, я записку заберу. Кстати, я случайно... Она шутит, да? Я понял. Какая-то юморная, мне нравится. Она, кстати, и сказала, да, когда предложил мне побить. А, это, скорее всего, роман был... О, блин, он меня трахнуть хотел. Я понял. Понял. Да что ж такое? Опять мы возвращаемся туда... Откуда начали? Ладно, давайте-ка я сохранюсь. И что у нас здесь? Кстати, погодите, а по квесту здесь вообще ничего нет?
Привет, работяги, как жизнь? Don't worry about the wolves, KV. They won't need anything what grows in the ground. Might still kill ya, mind? I'll tell you. Ладно. The scrying eye was looking at me all strange. Я могу пройти? Right. What would some drow wizard in Moonrise want to look at you for? А здесь еще что-то? Всевидящее око. Хм. Давайте обойдем тогда все. Загоны варгов. Я уже заблудился здесь. Здесь тоже ничего нельзя взять. Может, с кем-то поговорить можно? А, вон. Маленькие гоблины? Stop them! Free me! Again! Again! Make it squeal again! Вы что делаете, мать вашу? We're juicing it up. The beast came in here with those robbers, killed Dink and Mince too. Писуна порвал. Thinking of serving it to the wargs. And it makes funny noises. We made it squeal. Look, look, you'll see. Give me that rock. I'll show ya. А можно дроу включить? Сами не хотите камни попробовать? Это разве атака? А, понял. Братик, а ты что наделал? Погоди. Не-не-не, так не пойдет. Так не пойдет, братик. Я хотел сначала со всеми переговорить, потом тебя спасать. Но я понял теперь, где они держат друиды, хорошо. Это еще успеется. Что здесь происходит? Feed them the plumpest prisoners. Get down there and stop complaining. Ну ладно, может, в будущем его спасем. Ну, все, братик умер. Ну, ладно, что, не спасти его никак. Не, можно, конечно. Было всех перебить в самом начале. Ну ладно, так, все, меня здесь поджидают. Я уже чувствую. Там его съели. Let's hope this gives us some answers. Ну давайте. Шуганар шукок, уташо кек дорс. I command you, corpse, speak, reveal truth to the absolute. Давайте не будем оживлять это чудище. Must be reading it wrong. Shuganar Shukok. The hobgoblin turns to you, and the parasite squirms in your skull. You taste the ale on his tongue and the bile in his soul. The visions cloud your inner eye for a brief moment once again. You see the hobgoblin bowing before the armored elf you'd glimpsed before. The elf speaks of the hunt for a great weapon. And the rewards that will go to whoever finds it. The hobgoblin's eyes gleam hungrily. Another drow true soul. As if there weren't enough of you. He doesn't speak his next words, yet they still rattle your skull from within. You ever talk to a dead squid? Now's your chance. А можно не говорить?
Хм. И правда, не тут ли это и летит, который меня мучил? Mindflayer's build is smaller, its garb plainer. A fearsome creature even in death, but not the one that tormented you. Yet it too roamed the Nautiloid. It would have seen you, known you. Absolute says the dead Squiddy had a weapon. I reckon the killer nabbed it and scooted off to that looter camp. We find who killed it, and we find who took that weapon. So settle in. You feel Shadowheart's anxiety. The weapon the Absolute seeks. It's the artifact that she carries. The same one that protected you as you entered the goblin camp. Her mind focuses. Their suspicion cannot be aroused. They cannot discover that the weapon they seek is within their grasp. Уйти, пока летит, тебя не узнал. Your skull sizzles with Raglan's displeasure. His mouth is still, but you hear his demand. I speak for the Absolute, and I say, you stay. Мне кажется, зрителей тебе хватает. I've got plans for you, boy. And there's no true soul yet who turned their back on the Absolute. Ладно, продолжай церемонию. You choke on black smoke as the hobgoblin bellows his incantation. I command you, corpse, speak and say sooth. Lucan Ock, Alcoltec, Shulko Kank. The hideous corpse rises, tentacles writhing. Your heart seizes. Under questioning, the creature might recognize you as its killer. Ну, неужели у меня нет преимущества? Давайте попробуем. Десяточка, добавить бонус. Все бонусы. Raxlin's mind reels, then calms. He will speak as you command. With Raxlin's voice, you ask. Хм. Абсолют это кто? Who is the Absolute? Raxlin frowns in confusion at a question he would never have asked. Then the creature speaks in visions. Curved drow blades, crude goblin torches, gnarled teeth dripping blood. You see other mind flayers arranged in a serene circle. Absolute unity. Absolute power. Damn it! That tells me nothing! You feel Raxlin's suspicions. He'd never have asked about his master. Но мне было интересно. Он спросит про оружие. Кто тебя убил? Он скажет, что это я. What did the killer want? Raxlin's mind is clouded by doubt, surprised once more by words he didn't expect. Again, visions flow through you. A swarm of Githyanki dragon riders, silver blades held high, control panels melting, flesh pods spilled open. Githamant, they know something. Suspicion floods Raxlin's mind. Your brain howls as you force a final query into his throat. Why were the Gith chasing that ship? You see dark tunnels lit by noxious pools of brine. The darkness spreads through the earth.
The sky splits open and Nautiloids pour out of a void that consumes the stars. What in the... The corpse collapses, silent once more. Whew. No, no! I'm not done! Riddles, all of it, and nothing to show for the trouble but rotting squid meat! No answers, no killer, and no damned weapon! The damned Trow was right. Can't let her get all the glory. Like I said, I got plans for you. Report to the Trow. Minthar is the name. She's mounting an attack on that blasted grove. Tell her you'll join her. Сейчас все будет. Raise the absolute. Интересно. Prizes for guessing what this weapon they're after really is. Вдохновение получил? За что? Обхитрить гоблинов? А, нет, подождите, нет, другое что-то. Допросить мертвого Элитида, не вызвав подозрений. Отлично. Давайте сохранимся. Ну, давайте поговорим с ним. Praise the absolute. What you need in Drow? Гоблины Drow действуют заодно. The absolute's got room for everyone, long as you don't defy her. And nobody's that stupid. If the absolute says to take orders from a Drow, then we toe the mark. No questions. Мне нужен целитель. Ну нет, целителя мы уже убили с вами. Это вызовет скорее подозрение. Что это за люди? Стой, 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 братик. Дай-ка я с тобой поговорю. That was intense. I wouldn't want to bump into that thing while it was still alive. Тебе гоблины, небось, передохнуть не дают? Someone needs to keep an eye on these buggers. I don't make a habit of questioning the absolute. Now quiet. Ладно. Пойдемте к Дроу. А здесь закрыто? Сокровище? Так, а куда идти-то? Еще выше? Ну это вряд ли. Здесь какие-то тайники. Тяжелый сундук. Ну ладно, возьмем. Так, а с кем поговорить-то? Поговори с Дроу. Здесь ее нет. Как вариант, она здесь где-то. Вон она, вижу. Ну, сейчас, возможно, драка и начнется, я думаю. Если начнется, то я перезагружусь и спасу сначала дроиды и начнем битву. You see that eye what's it floating about? Best hope it don't take a fancy to ya. Unless you like playing hide and seek when you're trying to take a dump. Hey, you don't know? Ah, a grunt like the rest of us, eh? It's a floating eye, mate. Your bosses at Moonrise enjoy spying on us. Load of trollop. Just don't trust us to do what we do best. Killing things. How about I'll start following you? Your eyes' glassy black surface reflects your gaze. Я рад за стопом хоть рукой. Не, не будем его трогать. Вот это мы заберем. Это записка.
Маглубиет тебе, каюк. Топор твой сломан в брюхе. Понятно, это стихи. А, пойдемте поговорим с Дроу. И начнем бой, судя по всему. Не думаю, что это закончится хорошо. Your scouting party has not returned, and half of the intruders escaped your guards. Sorry, mistress. We mucked up. Посрались жидко. Until their sanctuary is found, I will take something precious from you every hour that passes. A trinket, a tongue, a limb. Ain't no use without my limbs. The lads will make the prisoner squeal soon enough. I swear. Silence now, creature. Or I will silence you forever. As she turns to you, her thoughts mingle with yours. A cold hand caressing your brain. The chamber melts away to reveal a dark, endless nowhere. In it you see a vision. The drow listens as a pale-eyed young woman whispers in her ear. One of those the voice spoke of. One of the chosen. The vision fades away. A true soul. Do not think that means we are equals, Jalok. Are you here to join my hunt? Я знаю, где Дроид. Я могу ее убить. У меня тут есть свои дела. Что за охота на кого? Worshippers of a false god. Their existence is an insult to the Absolute's claim on this region. There is a weapon the Absolute seeks. I'm sure those wretches have it hidden away there. We will find it amongst the dead and the ashes. Her excitement is palpable. She lingers on thoughts of victory, of unbelievers' blood spilled, and of the weapon. She will seize it in the Absolute's name. The thief, whimpering in our dungeon, tried to flee to their sanctuary. We will continue to remove parts of him until he tells us exactly where it is. He's been resilient, but he'll talk. She is seeking the grove you visited. Already you feel her mind closing around yours. Ни в коем случае. Надо заранее предупредить тифлингов, если объединишь с ними силы, у вас будет преимущество перед Дроу и ее отрядом. Speak, true soul. The hunt must begin soon. А я не понял. А типа я могу вернуться потом и рассказать ей. Окей, надо сначала предупредить. Фу, а что делать тогда? Этого освободить. Давайте, знаете, что попробуем сделать? Мы зайдем вот в эту дверь, перебьем всех гоблинов, и если потом они не будут нападать на нас, то отлично, мы сбежим с друидом, прыгнем в деревню, все расскажем тифлингам, подготовимся к бою и встретимся с ними. Все, повторим то же самое, я думаю. Но перед этим я, наверное, расставлю своих работяг, и я не успел это сделать. Ну что, пошла жара. Могу и того, ну, давайте этого. Давай пронзающий удар. Оп. Мелочь пузатая готова. А ты до этого дойдешь? Да, дойдешь. Да, на всякий случай, если не умрет, то хоть кровотечение будет. А, нет, все, готов. Кто еще здесь у нас? Ух ты, вон еще бродяги, работяги. Щит веры. Кого они бьют в основном?
Ну, давайте на него, раз он рядом. Погнали. Это еще что за дерьмо? Эй! Почему на меня-то? Смотри, сколько работяг здесь. Ну, дрень, а. Но я его не переагриваю, на мне же метка охотника стоит. Давайте еще разочек ударю. Провоцирующая атака. Ну, он и так готов. И идем наверх. Так, теперь мой маг идет. Ну, почти. Что такое? Скорость перемещения снижается вдвое. Класс. Вкусняшка. Блин, тут еще и варги. Голосушка, фырк. Они ничего не делают. Что-то кусают. Ворота. Опасно. Медведь, сделай хоть что-то полезное вообще. Меня толкнул, по-моему. О! Это что за грязь? Блин, у меня братик слишком далеко, он ни до кого не дойдет, да? Недостаточно движения. Хотя скороход, но я потрачу очко действия, мне это не надо. Тогда я из лука выстрелю. И промахнусь, конечно же. И сяду на скамейку. Ладно, не буду этим заниматься. Давай рывок. Я мог все это время с помощью рывка подойти поближе. Ну, давайте будем их обходить тогда сзади. Ау, блин, я зацепил. Священное пламя. Я, кстати, сейчас в масле. Лучше так не делать. Хотя оно священное, а не обычное. Ладно, будем проходить потихоньку к нему. А этот куда? О-о-о. Это жопа. Ну, хотя бы одного добьем сейчас. Ну, я бесполезен немножечко. Силовая сфера. А, на мне еще какая-то силовая сфера. Класс. Как мне избавиться от этой сферы? Нормальный урон у мишки. Ну ты дебил. Ты, конечно, конченый. Ля ты конченый. У нас тут фырки еще. Ну да, я не смогу. Давайте постреляем тогда. Либо по этим постреляем, полудохлым. Попадешь? Недостаточно движения. Ну вот. Хотя бы так. Ну, добей этого придурочного. Ну, хотя ты по огню пойдешь. Давай выпрыгнем с огня. А, тут еще этот стоял. Я его даже не заметил. А хилки у меня нет? У нее еще и хилки нет. Ну, смерть. Это смерть. Братик, ты уверен, что это хорошая идея? Вы сами ко мне приходите. О, у него 7 хп, я не буду тратить на него заклинания. Подхиливаться этим персонажем вообще мне не надо. Ну давайте пойдем танчить варга. Может даже толкнуть его? Окунуть? Серьезно? Нет. Оттолкнуть? Даже силы хватает. Пошел вон. Понял. С мага сфера спала, но он в огне. Сейчас опасно вообще какую-либо магию применять.
Можно кислотой швырнуть, она взорваться же должна, по идее, но лучше не надо. Дружба. Там не надо. Обнаружение мыслей тоже не поможет. Ну, давайте громом. Варга добьем. И с огня аккуратно выйдем. Ну, это ожидаемо было. Я специально хотел... Зачем ты-то в огонь? А, ты не могу. Убьешь его? Сейчас помогу. Будем стрелять в упор. О, даже на это хватает. Ладно. Нифига у него жизни. Блин, стоит ли ее поднимать сейчас прям под него? Давайте поможем. Поближе подойду. Готов. Мишка, добей ее, пожалуйста. Да его. Черт. Ну, поднимай ее. Добьешь его? Я не могу отойти за нее. Оттолкнуть? Пошел вон, пес. Так, и отходим. А, она даже может до него дотянуться. Напористая атака. Хотя, давайте вот это. Готов. Pardon the viscera. One should cherish all of nature's bounty, but goblin guts are quite far down the list. Not only do you speak with a bear, but you free it too? A true friend of nature, or perhaps a lunatic. Either way, I owe thanks. I am the druid Halsin. Тебя-то мы искали. Я рад был помочь. Не, у меня башки паразит, братик. Ау! Oak Father preserve you, child. You're infected, aren't you? The mind flayer spawn. But something's different. You're aware of the monster inside you. You don't bow to the absolute like the true souls do. How's it, Jim? How is this possible? Ну, я сбежал, может, это нарушило. Perhaps. But I wouldn't want to place all my faith in blind luck. It's no coincidence that you found me here, I'll wager. You're after a cure for this parasite. I've been studying these parasites for a while now. Ever since I discovered these so-called true souls are infected with them, someone is using very powerful magic to modify these tadpoles. They're using them to exert control over the infected. I'm sorry to say, I can't undo that magic, which means I can't cure you. But that doesn't mean I can't help. I didn't find what I came here for, a way to remove the tadpoles. But I found the next best thing. I found out where they come from. That must be where these enchantments are placed on them. And it's where you'll find your cure. Ну, а как тебе удалось узнать это? I overheard that the cultists are sending all of their captives to Moonrise Towers.
Innocents go in, true souls come out. Given that all of these true souls are infected, it has to be the source for this magic. If you want to find a cure, you must head there and discover how the tadpoles are being manipulated. Пойдешь со мной в лунные башни? I wish I could, but there's still work I've yet to finish. Blood I've yet to spill. I've no right to ask more of you, but if you could help me, I'd be free to join your journey to Moonrise. I cannot allow these butchers to threaten my grove. The natural order must be protected. Ладно, чем я могу помочь? My thanks. If you prevail, I'll owe you the debt of a lifetime. Rare is the beast that survives decapitation. Help me eliminate the Drow Minthara, the Hobgoblin Draw Ragslin, and that perversion of a priestess, Gut. They are the ones holding these parasites together. Remove them, and nature will cure itself. Ты отдаешь отчет, что просишь меня убить Дроу? Типа его с собой взять напарники? Be warned. My presence could make things more difficult. I can only restrain my bear form so much. I won't be able to help but attack goblins. If I join you, we'll likely have to slaughter this entire place. Okay. You may want to use discretion when approaching the goblin leaders. May Sylvanas guide your hand. Focus on the leaders. That's all it will take to restore the balance here. Хорошо, он меня здесь подождет. Давайте все возьмем. Я думаю, мы прыгнем в изумрудную рощу. Расскажем всем, что их поджидает опасность. Тифлингов предупредим. И вернемся сюда. Мы все равно сюда вернемся, потом это все обыщем. Давайте-ка сначала в изумрудную рощу сгоняем. Давайте предупредим его. Our time grows short. If Korga won't abandon her madness, then we'll have to try the road, goblins or no. What is it? Хасин жив, гоблин держит его в плену. Gods above. This is wonderful news, but I've seen what goblins do to their captives. I wish we could ride to his rescue. But my people would just wind up slaughtered along with him. I'll pray for him. So long as the goblins hold the roads, I'm afraid it's all we can do. Это все было бесполезно. Нам надо отбиваться самим. Ну, получается, нам надо убить сейчас всех глав этих гоблинов. Сделать остановку в лагере. Ну, наверное, начнем с остановки в лагере. И сейчас со всеми переговорим. Напарниками. The air is heavy. Moisture drips down your forehead. Pain shoots through your fingers. Сморгнуть неприятное ощущение. The world swims as you close, then reopen your eyes. How long have you been waiting here? A moment, a night, a 10 day? Что происходит? Чукилгейк влакет мазаток. Can you feel it crawling through you? Tendrils squirming in your chest, gripping your heart, piercing your belly, your bones popping, your flesh swelling. I can. I see it in you. I feel it in me. We are lost.
I will be quick with my blade. First you, then the others, then myself. Your minds intertwine. You sense a touch of uncertainty, a touch of disgust. А чё, я реально? Давайте убеждение, может, переутомились. Неужели я реально начинает действовать? Ты чего? I cannot trust my own mind. So it seems I must trust yours. I will wait. But know this. I am watching. If the sickness does not pass come dawn, I will end us all. I came just in time. You are transforming. Что происходит? Это хранительница, которую я создал. Я знаю твой голос, я уже где-то слышал его. Yes, you have. I saved you before. And I'm here to save you again. Become a mind flayer. Not while I'm around. I'll protect you. We haven't much time, so listen closely. There is great potential within you. It comes from that parasite. Your instinct is to resist the power it gives, but you must accept it. Nurture it. I will keep it from consuming you, but for the sake of both of us, you must learn to wield it. To Faerun, a fight we are losing for now. You can change that, but only if you embrace your potential. I have to go. The enemy is closing in. I will be back. Я даже не знаю, что надо сказать. Это все было мега странно. Принять свой потенциал — это прям обязательно. Ну, такое себе. Я уже отдохнул, серьезно. А как же Shadowheart? Did you have any strange dreams of late?
vivid ones. Но у тебя тоже самое. Damn. I was hoping my imagination had gotten the better of me. But this must be something more. This dream companion wanted me to use the tadpole, use its power. Whoever it was claimed to be an ally, but I don't know. It seems like we can't escape this mess in the waking world or otherwise. Этот артефакт все еще при тебе? Quite the understatement, but yes, I have it, and I'll guard it with my life. Оставь его при себе. Ладно. Это все? Это все диалоги, никаких квестов, ничего, только с собачкой. Погладить пса. Одобряет все это, что за бред? Ну ладно, так и милый. Ой, тю-пю-пю-пю-пю. Ой, тю-пю-пю-пю-пю-пю. Вот. Ну вот, у Гейла появился значок. Ah, glad you've a moment for me. My predicament has become rather urgent. I need a magical artifact to consume right now. We've already found enough magic to soothe its disquiet. If you'll just give me what I need. Ну, давайте ему вручим. I will consume the magic inside. What was a powerful artifact will be rendered no more than a trinket. But it will save my life. Even if only temporarily. Окей, у меня есть бесполезные артефакты. Thank you. Он не врал. Oh. That hit the spot. I can feel it work. The magic, it's like a lullaby that sings to sleep the demon inside. A metaphorical demon, I haste to point out, but no less dangerous. And no less bound to wake up again to continue its ravages. Such is the nature of all monsters. Да, возможно, теперь ты мне скажешь, зачем тебе это нужно, бро. As I am, the course of our camaraderie is much better served by not taking that particular detour. Not just yet. Sincerely, though, I understand I ask a lot from you with few answers in return. But in time, all will be told. Ладно, все нормально, я рад помочь. Ниже, ниже, ниже. Только трахнуть меня не пытайся. Все? Никто больше ничего не скажет. Может, ты скажешь? Ты ж меня убить пыталась ночью. Гейл is positively voracious. Well, let him suck up all the magic he needs, as long as he doesn't snack on a Githyanki silver sword. Ну, это вообще грустно. С этим я не хочу болтать пока что, если честно. Ну все тогда. Получается, выходим из лагеря и идем убивать боссов. О, Shadowheart, что ты еще хочешь сказать? There's something I've been wanting to share with you. If now's a good time. Да, внимательно слушаю. It's difficult to put into words. I think it might be easier to just show you. Use the tadpole, the connection. Come into my mind.
Ты уверена? I'm sure. I trust you. Хорошо. I don't remember how it started. Only how it ended. I was fleeing. My name. Can't remember what I said. Can't remember anything before those words. All I know is she saved my life and gave me a new home with Lady Shah. It hurts. That's all I remember. Религия провалена. Спасибо, что поделилась со мной. Normally I'd agree, but with you, it's getting easier by the moment. Твоя рана причиняет тебе слишком много боли, Шадоухар. Должен быть способ вылечить ее. Pain is the gauntlet that all who love Lady Shah must endure. Only her embrace can truly heal me. To try and salve myself would do nothing but shame me in the Night Singer's eyes. Ну да, если она заболеет в неподходящий момент. Но я бы религией воспользовался, но мне здесь не хватит. У меня все равно нет выбора, ладно, я в твои дела не лезу. Преимущество дружба. We can do about it just now. Maybe a way will present itself in time if Lady Shah wills it. Хорошо. Все, все дела решены, все со мной поболтали. Можно тогда отправляться дальше. Или... И на этом мы, к сожалению, завершаем наше сегодняшнее видео. Спасибо, что досмотрели до конца. Не забудьте поставить лайк. Но я хочу вам объявить о том, что я ухожу в отпуск. Меня не будет неделю или чуточку больше. И когда я вернусь, мы сможем продолжить наше прохождение. Так что обязательно поддержите данный ролик просмотрами, лайками, комментариями, чтобы, вернувшись, я продолжал делать контент по Baldur's Gate 3. Ну а на сегодня все. Удачи вам, искатели приключений. Чао.